Так, хочу, короче, рассказать такую штучку. Тут видосик буквально на пару минут. Как чинить храповик, которому пришла вот такая вот, в таком состоянии, видите, вот. Очень сильно слезались уже вот тут вот, то есть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И он уже проскальзывает. Что делать, если, ну, покупать не хочется, а этот надо сделать. Показываю, короче, как продлить ему жизнь. Сюда его. Болгарку. Так, объясняю. Я увеличил, как там, видно, не видно, я увеличил вот плоскость, то есть у меня теперь храповик в этом месте может дальше пройти, то есть если все сточить вот так вот сильно, то весь храповик сможет проваливаться дальше к ответному храповику, то есть сейчас покажу. То есть сейчас он висит вот так вот, но если все будут, ну, пропилены так же, то он сможет касаться больше. Вот, поехали дальше. Чикс, и у нас уже храповик весь провалился намного ниже. То есть просматриваем все стороны, где надо подпиливать, подпиливаем. Вот, где надо подпилить, подпиливаем. И в целом, таким вот нехитрым способом мы продлили жизнь храповику. Вот и все, вот у нас есть уже зацеп. Намного больше. Также можно вот эту штуку по такому же принципу подпилить, то есть грани. Сделать острее, они уже завальцованы. Их можно сделать точно так же острее и... Ну, то же самое получим. Эффект будет такой же. Сейчас надо вот так выставлять, чтобы было удобно по одной штучке делать. Ну, как по одной, вот одну. И вокруг нее по бокам. Опять же, уже какой упор у них здесь. Сейчас по такому принципу все пройдусь. И все будет хорошо. Вот и все. Таким вот нехитрым способом мы восстановили храповик.